Перед вами книга «Мудрость тысячелетий». Обложка книги сделана из кожи вручную. Размеры книги 26,5 на 21 и на 3 сантиметра. Книга имеет трехсторонний золотой обрез и состоит из 301 страницы. В этой книге собраны наиболее значительные афоризмы и максимы, вошедшие в сокровищницу человеческой мудрости. Хронологический охват энциклопедии от зарождения письменности до конца 20 века. Книга адресована всем, кто интересуется историей философии, науки, литературы и желает расширить свой кругозор.